тем, кто смотрит мой канал. Меня зовут Марина. Сегодня у нас макияж на Новый год, либо же на какой-нибудь другой праздник или торжество. И сегодня мы будем делать с вами макияж прям с такими вот блесточками. Давайте приступать. У меня уже нанесен тон от Paese. Это тон для сухой кожи. Этот тон создает такой глянцевый, мокрый эффект на лице. Если вам нравится такой эффект, как будто вы только что вышли от косметолога, в хорошем понимании, после процедур. Вот такой вот тон для жирной кожи не подойдет, для сухой хороший. Я его закрепила пудрой Clarins Illusion. И немножко проработала лицо, но потом в конце еще раз пройдемся. И давайте начинать. Сейчас я нанесу базу. У меня это от Catrice. Возьму реснички, как видите, у меня тоже уже наклеены, поэтому я сначала нанесу блесточки, прям пальчиком вот так проходимся и подождем немножко. Ждем, пока немножко подсохнет, немножечко, потому что нам нужно, чтобы тени, не тени, а вот эти вот блестки, они прям прилепились. Поэтому я беру кисть плоскую, еще даже могу вот взять сюда, положить этой базы. И теперь мне нужно... Сюда возьмем. Мне нужна какая-то, чтобы высыпать. Я думаю, достаточно большую горку прям. Это обыкновенные блестки. Вы можете их купить как совсем недорогие, так и намакиваю в базу немножко плоской кистью. И теперь эти блестки вот так, видите? И такими вот прикладывающими движением как бы прилепляю их. Вот так вот. Видите? Прям по всему подвижному веку. То же самое делаем на другой глаз. Прям вот их прилаживаем. Здесь у меня вампир ходит. Вампир, да? Так. Работаем осторожно, чтобы в глазик нам ничего не попало. Так вот. Ой. Да, извините. Алекс, пожалуйста. Алекс. На. И вон еще подмени, пожалуйста. Вот под низом, смотри. Дело в том, что когда вы делаете инъекции ботокса, нельзя наклоняться. Поэтому немножко... Поэтому маме сделали такой косик, чтобы не было морщинок. Да. Так, продолжаем дальше. Угу. Алекс, давай я сниму, хорошо, быстренько? Да, я тебе буду помогать, я помощница. Угу. Так, вот так мы их налепили.
Теперь проходимся. Я беру свою палетку от Makeup Revolution. И вот этот вот оттенок. Тень. Оттенок такой ореховый. Да, ореховый оттенок. Алекс, только не мешай мне, пожалуйста. Договорились? И наносим. Я его, наверное, буду смешивать с таким более бордовым. Немножко так на руке. И прохожусь по складке. Немножко и выше беру, чтобы не задеть. Вот так вот. И прохожусь сначала, типа как прорисовывая, да, по косточке, а потом выхожу и тушую. Вот так вот. То же самое мы делаем снизу, но уже я беру вот такую кисть. Смешиваю тот же цвет, ореховый и бордовый, на руке и прохожусь по нижней, немножко растушевываю. Напишите мне под видео, какие больше вы макияжи предпочитаете, более легкие, либо же наоборот, такие более, как бы, немножко вытягиваем во внешний уголок. Так. Там, где нам не надо, мы все это подберем. И теперь берем плоскую кисть, стираем остатки, да? Набираем такой серебристый оттенок и во внутренний уголок. Вот так у нас выходит. Теперь я беру, мне нужна кисть тоненькая. Возьму, наверное, вот эту. Набираю темные тени. Видите? Теперь я беру черный карандаш, прохожусь, рисуя стрелочку. Хотела тенями, но карандашом будет более по слизистой проходимся. И прям возле ресничек. Вы можете использовать жидкую гелевую подводку, можете карандашик, можете тени использовать, смотря какой эффект вы хотите. И теперь насыщаем. Карандашик можно закрепить тенями. Вот так. По слизистой тоже можете сделать вариант с белой слизистой.
Да, можете за... Я сделаю с темной. Сделаем такой лисий глаз. Вот так. То же самое мы делаем на следующем глазике. Я сразу прокрашу нижнее, чтобы отпечаталось. Напишите, если вам мешают посторонние звуки, тогда я буду что-то работать над этим. Как-то закрываться. Алекс, закрывай мне двери, зайчка. Прорисую. Здесь нужен или мягкий очень карандаш, или же все-таки жидкая подводка, чтобы по вот этим вот блесточкам прорисовывалось хорошо. Немножко заходим на нижнее веко, и теперь вырисовываем себе форму, которая вам нравится. Потому что каждому глазику идет своя форма стрелки. Тут подбираете, какая вам идет. Мы видим, что на этой стороне у меня такая стрелка, на этой такая. Поэтому сейчас будем равнять. Да, здесь немножко повыше я нарисовала. Здесь выровняем сейчас. Я беру теперь консилер. У меня буржуа. Беру вот эту скошенную кисть. И равняю. Немножко сверху, немножко снизу. То же самое делаем на этом глазике. Видите? Теперь сравниваем. Вроде все нормально, да? Здесь немножко продлеваем. Вот так вот. Так. Теперь наносим реснички. Можете приклеить искусственно, если вас так устраивает. Меня нет. Я просто их лучше прокрашиваю. Нижнее тоже прокрашиваем. Теперь еще раз проходимся по слизистой, там, где у нас появились пробелы.
Вы знаете, что когда вы наносите на слизистую, хорошо вот так закрывать глазки несколько раз и затем дополнить там, где появились пробелы. Так. Теперь мы почищаем с кисточкой все блестюшки, какие у нас появились. Проходимся консилером, если нам это нужно. Я возьму за место консилера тональный крем, потому что я светлый для себя консилер не купила. А возьму вот такой вот от Катрис тональный крем и прям немножечко совсем тонким слоем пройдусь вот такой вот кисточкой, пройдусь по вот этим вот зонам, почищая, чтобы у нас макияж был идеальный. Я не люблю делать треугольнички. Мне кажется, это как-то старит. Поэтому чисто под вот так вот под почищаем. Остатками пудры на кисти фиксируем. Теперь я беру вот эту свою палетку от Makeup Revolution, уронила, видите, уронила, и вот эти два шарик отбились у меня, поэтому приходится теперь как-то так открывать. Хайлайтер я делать не буду, делаем только контурирование с вами, чтобы у нас блеск оставался только на глазах. Румяшки можно добавить, но все-таки хайлайтер я на носик сделаю, но для того, чтобы сделать его более тоненьким. Так как у меня тональный крем сам по себе, он такой дает лоск, я, в принципе, хайлайтер как таковой не нужен. И теперь губы. С губами мы определяемся, что можем сделать более вот такой вот нюдовый. Можно сделать вот такой вот. Но я думаю, я сделаю сегодня нюд. Возьму карандашик от Essence. Он просто по оттенку подходит.
такой вот вариант. Или же ярко-красные губы сделать. Но так как у нас акцент на глаза, прям с блестками, да, сделаем с вами губы. Более нюдовые. Хотя с красными губами, мне кажется, будет смотреться более ярко и красиво. Поэтому у меня тут шкаф. Поэтому я беру красный карандаш. Ой, красный карандаш. Красную помаду. Сотрем губы. И нанесем вот такую вот. Это помадка от Релуи. Я вам показывала аналог. Это аналог Сифора. Немножко вот так вот сделаем, чтобы не... сатиновых финишей, да? Здесь не обязательно использовать карандаш. Аппликатор достаточно удобный, поэтому с красной помадой, мне кажется, более эффектно смотрится. Для такого макияжа волосы можно убрать, вот как бы прилизать, да, начесать и ну, вот так вот, да, но более как-то их разгладить, поэтому вот такой вариант. Можно сделать какую-то прическу, но мне кажется, и так хорошо смотрится. Можно на бок как-то, можно подкрутить волосы, но мне больше нравится, когда вот назад зачесано, тогда более так эффектно смотрится. Вытянуть волосы утюжком, пригладить, начесать. Сюда большие серебристые какие-то сережки. Можно с красными камнями, можно просто с белыми камнями, но чтобы вот длинные они были. И вот такой вот у нас с вами макияж сегодня получился. Блестки опять-таки не сильно видны, но они блестят. Не блестят, если хотите, чтобы вот увидеть, вот они не фокусируются на них. Они такие прям, здесь не оттеняется цвет, но они вот разными цветами светятся красиво. Очень такой достаточно зимний макияж выходит. Поэтому, если вам понравился такой вариант макияжа на Новый год, ставьте пальчики вверх, поддерживайте меня, подписывайтесь на мой канал, пишите ваши варианты макияжа, я с удовольствием их выполню для вас, и пишите запросы на обзоры, на темы, о чем вы хотите поговорить, что вам рассказать, что показать. И хорошего, приятного, доброго вечера вам, до новых встреч, увидимся, пока!